не буду снимать длинные видео, потому что Телеграм через раз как-то длинные грузит. Не пойму, в чем дело. Туркестан, глина. Кимбриска. Это глиномикс, глиномел, нет, глиномикс, наверное. Угу. Квадратный, черный, золото. Такой вкусный. Его, конечно, нужно пробовать. Описать невозможно. Так, закусывать жирными сортами неправильно, потому что буду сидеть жевать 3 часа. Не знаю, какой сорт. Аленка, Настена, что-то типа того. На Честер похож тоже. Осталось реально прям все. Никак не могу заказать мел. Вот завтра вроде бы как у меня более-менее свободный день. Буду заказывать, потому что заказываю много, нужно все с чувством, с толком, с расстановкой. Черный принц, но белая королева. Это вообще огонь. Голубая горная соленая. Какая-то липучка. Глины, глиномелы. Вообще жесть. Когда все в кучу. Залипает и минут 15 прям 100% приходится еще прожевывать, рассмакивать.
Бафу. Честер. Сухие сорта, я думала, было бы жевать, наверное, гораздо легче, проще. Они так не залипают, как жирные. Залипуша, на самом деле, прям такая серьезная. Это не знаю даже какой. Вытру рот. Как не настоящая мелоежка. Не люблю быть свинотой. Ассортишкой. А похрумкой вот мелолен, который, помните, я замачивала в кимбрийской. Глина отваливается, вся высохла, прямо мелок еще мокрый. Это голубая горная соленая. Она почти не хрустящая, очень соленая. И очень вкусная. У меня вот такой мелок. Карамель. Жирный очень. Мелок просушен, но не пересушен в силу того, что он был завернут в пакете. Также его хотя бы спрячу. А чтобы не пересох, потому что потом его откусить будет невозможно. Это подвисло.
как всегда, вкусный, жирный, насыщенный. По-моему, этот кусочек барсука остался. Угу. А я его сегодня съела. Так. Давно не ела круглых. Риф. Блин, какой же он вкусный. Это риф соленый. Люблю все жирные сорта. Взяла вот такой кусочек честера. Реально все сильно очень залипло. Прям как для Гали старалась. Испачкалась. Ужасно интересное сочетание всех жирных сортов. Один сорт добавляет другой. То, чего не хватает в одном сорте, беру из другого. Правда, это прям глина, глиномелы мелкие. Когда все вместе кушаешь, прям в идеале. Поверьте, очень вкусно.